Наша прогулка подходит к концу. Заключительный пятый круг на подходе. И мне вспоминается, вот, естественно, многих интересует успех. Успех и в популярности, которая в конце концов потом выражается в материальном отношении. И в самовыражении, и прочим, 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 да? Так вот, успеху надо учиться. Я стараюсь читать людей, которые достигли чего-то, и потом у них кратенько высказывается о своем успехе. Например, Коко Шанель. Она высказала интересную мысль. Если вы хотите иметь то, чего нету у всех, то вы должны делать то, что до сих пор ни вы, ни они не делали. Интересная мысль, да? Кашпировского. Вот, говорит, стадное чувство. Народ идет на футбол. Вот. А Кашпировский говорит, там, где куча народа, меня не было. Я туда не ходил. То есть я делал, в смысле, он делал все наоборот, для того, чтобы быть каким-то оригинальным. Вот эту вот оригинальность показать, развить, получить, чтобы она стала нечто совсем иным, нежели то, что есть. И, как мы знаем, это действительно такой человек из ряда вон выходящий во всех отношениях. Ну вот, наша прогулочка подошла к концу. Кто с собачками гуляет? Я гуляю сам с собой. На танце рыболовы стоят. Ожидают улов. Улов мой, это вот он. Да? Сазанчика такого. Моби дикой я поймал. Так что каждый ловит по-своему. Одни ловят рыбку, другие проводят время бездумно в веселье, а третьи вписывают свои имена в историю.